Добрый вечер всем. Юлечка, мы тебя поздравляем от всей души. Вот ты просто, ты самое светлое, что может быть в этой жизни, правда. Может быть, не самое, но об этом мы молчим. Спасибо. В плане вот творческих людей, да, сколько вот мы выступаем уже со сколькими, да, вот, вот так вот по каждому кристаллику набираются люди, объединяются в маленькую дружную компанию. Вот все мои они, да. Вот, и мне кажется, вот это и есть такие созвездия вот того времени. Нас вот запомнят таких, да, там 2012, 2015, 2017, а потом кто сидит, кто рожает, кто вышел замуж, кто куда. Да. Кому-то, может, еще предстоит, тем, кому еще 30, да нет. Ну, 2 года. Уже 30 есть? Я... Вот, я вообще очень желаю тебе, чтобы у тебя на творческом поприще все-таки прям вот, вот я на тебя смотрю уже давно и думаю, боже мой, ну почему вот она просто вот, вот ее надо вот так бах, и чтобы она взорвалась. Вот она уже все готова, созрела уже все, я имею в виду. Мы взорвем ее. Вот, да, вот уже вот-вот ведь она, вот, готова уже, пожалуйста, вот. Просто все уже должно быть уже вот крепкое вот это вот. Творческое, как говорится, лошадь, да, оно, что же такое-то? Ой, уже можно петь. У нас. Почему ее нет на телевидении, почему ее нет там на радио, почему нет ее вот? Все будет, да. Главное это не упустить, и на самом деле время-то идет, Юль, я вот про это вот говорю, что я сама знаю, что это время идет, и поэтому тебе прям надо вот прям, я не знаю, вот всем нам встать, и как вот паровозы, да, такие сзади. Ой, Юля, поехали! Все, поехали, Юля, и вообще никуда больше не сворачивай, ничего не надо, никаких больше замуж. Почему никаких? Улыбка рассвистела, грудь попала мне, спасая в степи на легком коне. Полчас шум у меня, комиссар достал, покачнулся я, с коня упал. Да, престо стал, эй, Рисавета.